Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить игру Mass Effect. Один, да. Так, ну что, мы... Есть еще, да, часть. Другая часть, да. Остановились мы с вами вот на этом месте. Слетали куда-то на планету. Оказывается, здесь вот так сделано, что можно вообще по всей галактике летать. Ага. Ну, конечно, куда позволяет наш кораблик, куда там. Нам надо куда? Нам надо на Феррос. Нам нужно на Феррос. На планету Феррос, да? Ферракок. Давайте найдем Феррос. Феррос, где у нас Феррос? Кнос. Кнос. Спарта. Афины. Хорошо, где Феррос? Давай тогда, как сделаем, да, вот это выберем? Давай. Систему. Нам нужно выбрать систему. Мы выберем систему. А в системе будет то, что нам нужно, правильно? Угу. Фест. Давай. Вон там планеты какие-то, смотри. Фест. Армении. Так, это какая система? Кнос. Кнос. Обратно. Так, Кнос мы выбрали. Давай тебе выберем Спарту. Потому что по заданию надо было как раз туда и лететь. А мы не знали, мы прям такое здесь не это. Не та система, Спарта. Не та система. Кнос. Теперь давай вот эту Афину выберем. По-моему, в Афинах. Система Афины. Сейчас мы посмотрим, что в Афинах. Протей. Вот здесь, наверное. А нет. Ни хрена. Не здесь. Это мы выбрали. А вон то вот выбрали? Вот это мы не выбрали. Может, вот здесь? Македония. Расшибись. Неужели в Македонии? Под запамятование. Вот она, Феррос. Шарзила. В которую мы уже летали. Слушай, а где Феррос? Ты смотри, Ферроса. Так, Ферроса нет, да? Значит, тебе надо... Вот здесь есть еще какие-нибудь солнечные системы? Ты можешь дальше улететь куда-то? Вот за пределы вот этой точки. О, а вот, ё-моё, вот он нахрен, могу все. Феррос. Феррос? Вот, попёрли, да. Попёрли Феррос. Ух ты. Там нам надо было найти кого? Найти кого-то. Сейчас мы посмотрим. Да, мы сейчас посмотрим по заданию. Найти этого. Так, на Феррос. Я забыла, господи, что ж у них там за имена-то такие? Корпорация... Что? Корпорация Exogeni основала на Ферросе экспериментальную колонию, чтобы исследовать претеанские руины, которые занимают 2/3 поверхности планеты. Атмосфера загрязнена пылью. Перемещение по поверхности затрудняет куча обломков, возвышающиеся на несколько десятков метров. Некоторые признаки позволяют сделать вывод, что температура на Ферросе когда-то была намного ниже. У Ферроса два крупных спутника. Дальний называется Аркан, ближний... Вардета. Год основания колонии 2178 год. Население 300 человек, наверное, или сколько там, не знаю. Столица зданий Exogeni. Орбитальный период 3,2, немного земного года. Радиус 8066 км. Продолжительность суток. Атмосферное давление, температура поверхности, сила тяжести на поверхности планеты 303, 544, 10%. По Цельсию чуть такой, не помню точно, забыл. Сила тяжести. Это не так важно. Да, приземлиться. Приземляемся, потому что если бы это было бы все на самом деле, не просто выдуманное, да, все, а если бы было бы на самом деле, это было бы гораздо интереснее. Вот так, мне кажется, не стоит тоже предаваться, забивать, да, вот этим голову. Самое главное нам тут задание наше. Вот просто планета, да, мы прилетели в ту галактику, в которую нам сказали. А вот мы должны приземлиться, правильно, да. Да, мы будем стараться выполнять основные задания, как нам подсказали, да. То есть не затягивать, как говорится, игру. Нам тоже хочется, чтобы она не затягивалась. Так, вот мы приземлились. Вот мы. Так, теперь мы смотрим Джу. Феррос, нападение гетов, наверное, третье. Мы же туда отправились. Узнаете, почему на Феррос напали гетты? Понятно, еще что за задание? Наверие, заинтересованность гетов. Угу.
Отправляйтесь на Наверию и выясните причины отсутствия гетов на планете. Понятно. Изучите исследовательские планеты в скоплении Тау, Артемиды и найдите Лиару Тсони. Это не то, по-моему, да? Значит, нам нужно что? Ферос нападение. Отправляйтесь на Ферос. Хорошо, отправлюсь. Значит, выходи с корабля. Мы так. Уже на нем. Пойдем нахрен на Ферос. Туда надо что-то одеть, скафандр там. Охрен, ну он, видимо, автоматически оденет. Ага. Все, вы тут, как всегда, стоите, болтаете. А где наш выход-то, ептельбупти? Пупок, с тобой надо говорить? Покинуть Нормандию, да, точно. Вот что нам и надо, так. Выбирай. Ну, я возьму этого чувачка. Нет. Каких обычно брал, возьму? А давай я сегодня вот эту возьму, вот этого гиблоида. Бери. И вот этого возьму. Только двоих можно. А я двоих выбрал. А вот все. Ага. А это кто, я вообще не знаю. Потом, наверное. Да. Сейчас мы посмотрим, что там нас ждет на этом Феросе. Внутреннее давление уравнивается с атмосферным. Изменение статуса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял. Зашибись. Так, здесь, походу, хорошо. Без скафандра можно идти, да? Ждем. Ой, там даже кто-то есть, смотри. Там даже живые есть. Вон, Давид Талакин. Мы видели ваш корабль. Давай посмотрим. Файдань хочет поговорить с вами немедленно. Кто? Кто такой Файдань? Наш лидер. Ему нужна ваша помощь в подготовке обороны. Гетто снова нападут. Пожалуйста, вверх по лестнице за грузовым судном. Хорошо. Еще что-то хотел сказать. Бьют! Что за хрень? Что это у нас? У нас даже игра провисла от этого. Да. С ума сойти. Мы даже не успели с ним поговорить. Охренеть, что за хрень? Что тогда провисло нахрен все? Я тоже базы бы возьму. Что за хрень-то, ёптель-боптель? Где ты? Они нападают, видимо. Охренеть. Так неожиданно все было. Бог, ты живой? Нет, все, он не живой. А зато вон там есть еще цель. Они прячутся. А кон там. Ой-ой-ой, я сейчас подохну. Какие умные, да? Охренеть, подох. Все, один. Вы пупки кто такой? Это походу этого. Спектра нахрен, как... Сайрона люди. Сайрона люди, да. Так. Подожди, Сайрон, это тот, который погиб. А нам нужен кто, Гарус? Я даже забыл, кто там нахрен нам нужен. Я путаю имена. Так, куда? Почему их так много сразу в игре и сразу куча имен всяких? Все, короче, правильно? Это там за здание. В общем, кто-то из них плохой. Да. Спектр был, да, его отчислили из рядов спектра. Ферос, Ферос там, да? Нападение гетов. Поговорить с Файданом. Файданом. Пойдем нахрен, Файданом. Где это? Нужна информация, да. Помехи, что за помехи? Он может нам что-то рассказать. Так-то кто-то там есть, смотри. Это наши. А, это наши такие. Пойдем к Файдану. Надеюсь, я правильно иду. Что это за хрень тут летает, кобзец? Ёб твою налево, это что за пупок? А это вот они и есть, наверное. Кто? Вот эти геты или... Ёб. Что-то к стене прилип. Ты кошка, что ли, инопланетная? Подожди, отойди. Охренеть. Да что такое, что у нас всё... Где они там? А, сзади, да? Так, туда не пойдем, мы пойдем. Ну пойдем, он сказал, наверху нас будет ждать. Угу. Вот сюда наверху пойдем. Нас будут ждать. С нами хотел поговорить какой-то главный. Иди к тоннелям. Проверь, колонист. Безопасно ли там? Но если я там встречу гетов, рад видеть солдат. Колонисты скоро совсем отчаются. С кем нам здесь-то?
Я забыл. Сейчас посмотрю. Лер... Сарин ищет Леару Тассони, археолога Азари. Нет, нет, Феррес, нападение гетов. Мы должны... Так, Феррес, напали гетты, вы должны высадить в порту Надежда Чио и узнать. Если даже мы не умрем от жажды, вот, Дойл. Гетты точно нас перебьют. Они все наступают и наступают. Не надо. Так, это не надо, значит, пойдем туда. Это что за хрень? Пупок, ты будешь им говорить? Как бедная женщина может работать, когда вокруг такая стрельба? Может, и нам нужен? Боюсь, что гетты погубят нас всех. Ну и по... Да. Ладно тебе, погиб. Да. Вон там, может быть, кто-то стоит. Какой-то у них там этот должен. А, вот он, Дэвид, точно. Давай. Гетты готовятся к очередной атаке. Не, с ним тоже не поговорить. Почему? Давай, ищи, куда нам. Пойдем, да, поищем. Пока не будем вот эту фигню. Ну иди. Огромный. Громила, а чё ты встал-то здесь? Пупок у тебя большой-то. Так, туда-сюда. Надо только туда, правильно? Угу. Хорошо, хорошо, родная, успокойся. Все будет нормально. Вы где-то? Голова. Сейчас получше. Мне просто нужно не думать о прошлом. Где ты? Приветствую, чужеземцы. Я рада, что галактика нас не забывает. Дорогая, пожалуйста, отдохни. Тебе еще нельзя говорить. Но они должны знать. Ой. Я имею в виду, это очень важно. Да, так лучше. Я могу чем-то помочь вам? Я... Все в порядке. Мне просто нужно думать яснее. Просто небольшая боль от прошлой атаки. Все будет хорошо. Не вижу ничего серьезного, но что-то явно доставляет ей боль. Пожалуйста, дайте ей отдохнуть. Ей нужен отдых. Герой плюс два. Зашибись. Так. Просто отдохнуть, дайте ей все. Ну, отдыхай, что за хрень. Оставьте в покое кодекс плюс 14. А-а-а. Ну что ты, что ты встал? Давай. Ух, Лил. А что у нас здесь? Главарь, как всегда, сидит где-нибудь. Пупок, ты дай нам с тобой поговорить. Эй-то. Файдань. Может, это он и есть? Да. Капитан, я рад, что нам наконец-то выслали помощь. Но вы немного запоздали, не так ли? Арселия. О-о-о! Извините, капитан. Нервы у всех на пределе. Ё, кто-то пернул, что ли? Берегись! Твою досаду. Гетты в башне! Это гетты, точно. А муж не гетты. Защищайте центр колонии! Ты, в чём? Это как у нас это была... Где? Такая же тоже. Чё ты там? Смотри, они какими ракетами. Подохни ты уже, пупок. Долбаный вы гет, идите отсюда. Дайте нам поговорить, нам разговоры дороже. Так, дай-ка я ружбас поменяю. Помощней. Уху-ху. Фи. Принимаю. Там в поле стоит. Сейчас мы долбанем. Давай, что ты, перезагрузка уже, что ли? Ёпта налево. Вот это ружбас. А, все, его перестреляли. Зашибись, молодцы. Обратно идем говорить с ним. Ну где ты наш? Живой ты тут, капитан Каталкин? Защищайте центр колонии! В смысле защищать? Мы уже защитили, там никого нет. Что ты тут? Защищать. Я тебя защищаю. С чего вдруг они вообще... А, ну да, они решили напасть, их настроили против... Кто там еще? Расы людской. Я не хочу умирать, пожалуйста, дайте... Не дайте мне умереть. Вот гад какой, а. Ой, валим нахрен отсюда. Гет гад. Где наш пупок огромный? Че ты тут свою защиту выставил? Иди нахрен отсюда. А, так его пробить можно, да? Где ты там есть? Давай тогда. Прячется, как хорошо. Гет долбанный. Я говорю, гет, гад. Ага. Еще что ли что-нибудь там есть? А что здесь? Лифт в настоящий момент не работает.
Хорошо, да, нам не нужен никакой лифт. Нам надо эту башню защитить, наверное. Смотри, вот там какая-то красная хрень. А где Попок-то второй? Че, его кокнули, что ли? Нет, он тоже бежал. Ты его не видел? Нет. Он с нами бегает. Вот красная хрень какая-то. Пойдем сюда, смотри. Защитить центр башни. Ох ты! Мэри, идите вот по... Ух, ёк, ты что здесь делаешь? Ты своего, по-моему, да? Стреляешь. Ой, Попок, извини, пожалуйста, я не хотел тебя подбить. Ты такой невидимый. Да король баса не бегу. Сейчас мы пойдем. Вот он где-то с той стороны стреляет. А, все, его уже нет. Ладно, да ты пройти. Ты тихонько пробирайся, они сами там всех подстрелят. Так, один ушел. Там еще двое. Странно, ни хрена себе, что это было? Ракеты какие-то они пускают, мощные. Ой, я не понимаю ваш язык, задолбали вы уже. Щит пробиваем, пробиваем. Так, о, а... свалился перед щитом. Где ты? Вообще куда-то улетел. Да что у вас так много, дайте, ну так хорошо говорили всегда со всеми, а теперь драка какая-то. Да. Ты чё прям к нам-то идёшь? Ну, ему конец будет, если он прям в упор так идёт. Откинулся хмырь. Есть. Так, убрался корабль. Вот откуда эти фрицы поступали, как блохи с одного места. Да, закончились всё. Теперь Файдань и другие в безопасности. Скоро мы сможем двигаться в направлении главного лагеря гетов. Хорошо, идем к Файданю. Без ним дальше, правильно? Да. Так, уже бас убираем. А я, как я на солнышке лежу. Куда бежишь? Не туда, а вот сюда. Я на солнышке лежу. Все лежу и лежу. Так, а что, мы заблудились, что ли? А мы обратно идем. Файданем говорить. Да. Или финдин, или бим-бим. Уэнь-уэнь. Вот сюда, по-моему. А ты можешь прыгать? Нет, ты не можешь прыгать. Подожди, мне не надо, ружбас. Пробел жмок, какую-то фигню заставляет мне тут. Попробуй с ней разберись. Да ё-моё. Что это такое? Кого-то стреляет. Вон там на стене прыгает. Да что ты за хрень ты такая? Липучка ты долбаная. Иди отсюда, Пупок, подохни уже. Какая-то хрень падает прилипшая. Блин, походу кого-то наших кокнули. Mm-hmm. А что, ничего, она не открывается, а значит сюда идем. Сколько ходов-то здесь, ё. Ну, все-таки еще кто-то тут остался. Прилипли, ё-моё, тут видите ли. И вон еще красная точка, видишь, смотри. Mm-hmm. Они здесь есть, два. Два хмаря. Чего? Не знаю такого языка. Ё-моё, я сажусь и откладываю пасту. И лечусь. Откуда у тебя этот панацелин берется? А я не знаю. Это хорошо, что может у нас такой режим игры. А это наш? А это не наш, а я его не бомблю. Давай, Пупок, дохни уже. Чё ты здесь сидишь? Я напролом, как всегда. Чё ты? Нам скажешь что-нибудь? Так, вот хрень нам нужная. Похоже, что этот вентиль — часть большой системы. Наверное, нужно найти другие вентили. Да? Mm-hmm. А туда наверх нельзя было пойти? Где? Там. Давай посмотрю. О, действительно, ступеньки. Ёп, спасибо тебе за наблюдательность. А я насол. Пойдем сюда, куда скажешь? Куда не знаю, куда. Опа, заставка. Так, опять хрень. Ё, псы какие-то, смотри. Инопланетные с двумя большими зубами. Передними. Ну, по-любому они какие-то недружелюбные. Где они, где они? Я вас не... Пёс ты поганый, иди. Ты что, у вас так много-то? Ку-ку, пёсыч. Так, ружбас у нас перегрелся. А ты уже умер. Чувачок, ты живой там? Громила. Так, он куда-то пошел.
Что ты не умираешь? Ты что моего шефа бьешь? Варен подвирает. И все, он был вожаком этой стадии. Ладочку продолжить. Ты... Вот он, вожак был. Ты вожак-падальщик, понял? Ну что тогда? Здесь уже все, наверное. Надо тебе вернуться обратно к этому. Пойдем. Как-то вот эту хрень надо открыть. Че? Что это такое? Улучшение брони. Улучшение давай брони, да? Взять все нахрен. Какая-то мусорка. Я везде мусорки, в Мурутопе тоже мусор. Да, мы там тоже подбираем. А здесь ля тупик. Туда вниз спускайся. Пойдем, и да. Вот, где там этот был? Пошли вниз. Да. Ты живой, носач? Все живы. Утка, все, ты жива? Или ты не утка, кто-то там? Черепашья? Черепашка. Так, ну вниз. Ну вот туда мы пойдем, да, откуда мы и приперлись. Какие-то псы здесь бегают. Белые. Где наш тут проход-то был? Вот здесь. Вот. О, хороший проход. Так, там тупик. Там тупик, значит, только сюда. Помехи. Почему у нас все время помехи на вот эти наши? Потому что... Чё за хрень? Пупок. Ой, снайпер. Охренеть. Ты чё, снайпер, что ли? Дай-ка долбану унисон, гель. А как я... Снайпер, да как он? А вон они, твари. Хмыри, да что, мы же, ваш корабль долбанулся уже. А вот какие-то остались, их забыли забрать. Ой, поэтому им нечего делать, приходится сражаться. Ай, не труба! Уходим, уходим. Блин, а ты... Пупок. А ты чё ты там Пупок, стоишь? Пупок, слушай, ты курица, давай иди вонюхай. Курятник, ты петушар, еще с таким гривой. Ты что, у тебя такой гребешок. Ты даже показать не класс, кукарекой сидишь. Курица называешь. А ты что, их оплодотворяешь здесь? Давай беги воюй. Ну, гет потный. Ух, молодец, молодец. Кто там стреляет нашего пупка? Этот пупок живой? Да что ты стреляешь? Да где вы тут есть? Вот этот враг. Враг. Ёб твою налево. С ума сойти. Подох. Шепард, ну чё ты подох ты? Давай последнего сохрани. Охренеть, мы кокнулись. Первый раз. Да, как такое может быть? Как неубиваемая игра. Кто-то стрелял, я не поняла, кто стрелял. Я тоже не поняла. Может быть, это была турель, вот эта вот круглая стояла. Может, она и стреляла. Это мы где остановились? А здесь же где-то, наверное. Да? Псы, что ли, еще у нас будут? Где у нас хранение прошло? Сейчас посмотрим. Ух, ё-моё, только с ними, представляешь, еще сколько всех убивать надо будет. Ё-моё, я F6 забыл нажать. Смотри, здесь уже никого нет. Может быть, это все осталось так? Как сказать, мы же их кокнули, да? Вот, помехи. Вот отсюда. Понятно. Не, недалеко, в принципе, недалеко. Шел Ронга. Так, кто там еще у нас стреляет? Еще панацелин добавился. Значит, мы недалеко говорим, да? Да. А псов мы кокнули? Нет, мы далековато, наверное, все-таки. Там тупик, там тупик. Блин, надо F6 жать, ё-моё. Вот к этим псам обязательно заходить? Как думаешь? Офигово знает. Ну вот, видишь, мы идем просто по прохождению. Вот да, мы... да. Так, ну-ка вас нахрен, сейчас я опять откину, что это такое? Журнал какой-то. Похоже, что этот вентиль часть большой системы, наверное, нужно найти другую. Давай, щит, долба, мы уже всех кокнули. Молодцы. Блин, надо F6 сжать, всегда сохраняться, идти его мутить. Это что такое? Это эта хрень, которая... Не похоже, что вода пошла, надо искать дальше. Да, что-то он там...
Туда, наверное, надо. Там же лестница была. О, да-да, вот эта лестница опять ты подсказала. Сейчас эти пупки будут. Куда мы сюда? Вот здесь, наверное. Вот здесь они будут, да. Блин, не, все-таки псов опять надо гасить. На кого ж они похожи-то? Какие-то змеи собакоподобные. Да, есть змеи, да. Где там их главарь? Хмы. Пойдем наверх. Главарь наверху, наверное. Где-то здесь. Вот он, главарь сидит. А главарь уже откинулся, наверное. Нет, треугольничек есть. Главарь, ты меня хочешь укусить, что ли? Не надо меня за зад кусить, да иди ты нахуй. Есть, все. Главаря кокнули, пошел вон. А где остальные? Остальных тоже парни закокали. Это что такое? Снайперская винтовка, пожинатель, исследователь. Ну, можешь взять. Взять, все. Ну, где мы там? Останови. Ты куда-то куда шел? Вон туда, куда-то. А, назад туда поворачивают. Да. В эту же. Слушай, что там такое было? Мы пошли. И прямо, да? По-моему, да, прямо пошли. Мы сейчас просто освобождаем, помогаем, да, им как бы. Да. Вот здесь они сейчас будут, вот здесь я откинулся. Отход, F6. Снайпер. Да не крекай ты. Где крекал? Крякалкин, иди сюда, где ты там есть? Это твоя тема, ты должен с ними крякать. Смотри, куда он исчез-то? Пупок. Может, застрял в дверях там где-то. Иди сюда. Его что, кокнули, что ли? Нет, живой. Рекс его зовут. Рекс? Шепард это мы, да, наверное? Пёсий сын, где Кайден ты? Кайден это второй, а Рекс... Чё ты здесь стоишь? Ты чё здесь, пупок? Рекс, ты чё тут? Слышишь? Подвис. Пошли за мной. Рекс, что там? Нам тебя не хватает. Что там? Что там такое? Поговори с ним, может, он что-то скажет. Как себе местечко-то? Колония крепче, чем кажется. Пойдем нахрен, к люди. Смэй не идет, а? Что такое? Как ему приказ-то отдать? Нет, ружбас не тот. Хмы, ну ты вообще пупец. Может пойти, а он уже дальше сам пойдет. Короче, сиди ты здесь и стой, мы пойдем сами кокать чувачку. А ну, сам все равно смотрит, пойдет или нет. Ну и не надо, ну и не иди. Ладно, мы научимся приказ отдавать когда-нибудь. Стой там нахрен. Пока мы так не капитаны, мы так наполовину. Да. Мы когда-нибудь научимся приказы отдавать. Ну, с этими-то легко вроде справиться, а вот дальше что там будет, непонятно. Так, хмы какой-то прискочил. Ох, ракеты стреляют, ракеты. Уйди отсюда! Уйди, F. Игорь, давай долбанем. F6 сохранение. Нахрен забыл, здесь игра... Быстрое сохранение не удалось. Да? Если что. Как здесь? Значит, надо их кокнуть. Что это такое здесь? Пупок, ты живой? Где там наш? Это что такое? А, это наш. Так, F6 сохранится? Ну, смотри, не хочет сохраняться, да, не хочет. А? Где куретник? Чё он там застрял в куретнике? Тихо-тихо, он там тоже стоит. А, Рекса вообще кокнули, прикидываешь? Да, ну и пошел он назад. Ой-ой-ой, куда же он бежит на нас, смотри. Жизни, 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 жизни. Иди нахрен отсюда. Да иди ты. О. Жизни мало. Фе-фе-фе-фе. Почему он такой сильный-то, ё-моё? Бежим, 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 бежим. Копи здоровьишко, копи, они сейчас выбегут. Ё-па, чё ж такой сильный-то нахрен? Давай, поднакопи здоровье, оно у него... Так, возрастает все равно. Видишь, как тяжело с ней. Это какие-то эти другие, да, немножко. Так, давай-ка ружбас другой возьмем.
А? Видишь, какая у меня пушка? Да. Будешь знать, как лезть на рожон. Там еще их сейчас будет. Да уж. Ку-ку. Вот смотри, он в упор бежит. Не надо. Беги! Чё ты не бежишь-то, хмырь? Я не понимаю, он просто не бежит и все. Mm-hmm. Ты что, влюбился в него? Зажал его? Рекса ожил, смотри. Зашибись, Рекс. Да где ж ты есть-то? Гавкаешь там на привязи. А что вот здесь делать? Ельгин взяли. Вот он стоит, да? Замечательный ты, Рекс. Да. Самый упырский. Улучшение оружия. Так, хорошо. Это что с этим делать? Хрен, надо еще с ним делать. Передатчик. Ну и все, включили, до свидания. Передатчик, да. Все, здесь всё, мы закончим нахрен. Кокнулись, обкокнулись, убежали, дристанули. Подписывайтесь на канал, смотрите в руку ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайк. Всем удачи, пока, смотрите наше упражнение. Пока.